Самой популярной моделью испанской марки Seat продолжает оставаться семейство León, которое только что сменило поколение. На создание новинки испанцы не пожалели миллиарда евро, что стало главной темой презентации модели. Впрочем, технический León все равно повторяет родственников по фольксвагеновской платформе MQB EVO. А вот дизайн Seat абсолютно самобытен. Авторы нового образа сделали ставку на молодежь, поэтому четвертое поколение модели выглядит моднее и острее, чем новые Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Но как и в случае с новейшим Гольфом, в линейке Seat не осталось места для трехдверного кузова. Теперь León — это только пятидверки, хэтчбэк и универсал. Оба варианта оказались крупнее предшественников, благодаря чему салоны стали заметно просторнее. Дизайн интерьера под стать внешности. Очаровывать молодую публику должны плоские поверхности и острые грани. Количество традиционных кнопок и переключателей сведено к минимуму, а в стандартную комплектацию включен цифровой кокпит. На один экран выводятся показания приборов, а расположенный по центру тачскрин отвечает за управление медиасистемой, климат-контролем и другими второстепенными функциями. В плане техники никаких сюрпризов. Набор силовых агрегатов почти полностью повторяет последний Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Из интересных новшеств отметим заводскую метановую версию, несколько мягких гибридов, а также полноценный подзаряжаемый гибрид. В Европе Seat León четвертого поколения появится во втором квартале, однако в России новинку ждать бесполезно. Испанская марка покинула нашу страну 6 лет назад и возвращаться, похоже, не планирует.